Звуки городской жизни разнообразны. Каждый день, когда вы идете по делам или просто прогуливаетесь по городу, слышите десятки разных шумов. Какие они, эти звуки, выяснила наша съемочная группа. Утро. Начало нового рабочего дня. Улица просыпается и наполняется звуками. Люди выходят из дома и погружаются в городскую жизнь. Вот он, шум городской суеты. На дороге поток машин, которые шуршат шинами, иногда сигналят, со свистом тормозят. Тысячи автомобилей в день проезжают по старому мосту. Сотни людей проходят, и каждый, причем не раз, слышит вот этот звук. Стук деформационного шва слышен более чем за десяток метров от моста, от кинотеатра, от городского пляжа. А если хорошо прислушаться, его можно услышать еще дальше. Этот звук для тверичан уже стал настолько знакомым, что если его не будет, то станет как-то пусто. Но он может говорить об опасности. Наверное, это не очень правильно, когда железо так стучит при проезде машин, особенно большого количества. Вот здесь большая проходимость. Стучит очень сильно. Необходимо исправлять, делать что-то с этим обязательно. Должно что-то быть сделано, чтобы не стучало. Все едут и идут по своим делам. А в другом районе идет стройка. Там уже вовсю кипит работа. Раздается стук забиваемых свай, слышны крики рабочих. Переносимся в другую часть города. Вот уже выходной день, и всем знакомый шум рыночной суеты. Звуки продуктового рынка. Ну и давайте, ничего страшного, давайте. Темнее, это же муж время. А что так? Вот 95. После обеда на прогулку в парк. И вот так со стороны мы каждый раз, входя на территорию зоны отдыха, слышим город. Все звуки улицы сливаются в гул. Он может и радовать, и раздражать в зависимости от настроения и самочувствия. Но приходится принимать его, ведь это часть нашей жизни, города, в котором мы живем.